29 ноября, в праздник всех святых францисканского ордена, в Московском соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии была совершена месса, завершающая торжества, посвященные 20-летию возвращения конвентуальных францисканцев в Россию. Богослужение возглавил архиепископ Павел Пеце. Ему сослужили францисканские священники из различных городов России и зарубежья. В мессе приняли участие и францисканцы-миряне, прибывшие из разных городов страны на ежегодную встречу Третьего ордена. В своей проповеди архиепископ Павел остановился на феномене францисканской святости. Этот праздник говорит нам, что то, что соединяет, то, что определяет святость, это не какая-то сверхъестественная последовательность. Нет. Это смиренное, ежедневное следование за Христом. Во время мессы семеро терциариев принесли вечные обеты францисканского ордена мирян. Их приняла Мария Этоль, настоятельница терциариев Белоруссии. Именно к этому региону пока принадлежат российские общины. Поместная община – это видимый знак церкви, который является общиной веры и любви. Посвящаю себя служением Царству Божию, обещаю жить в Евангелии Господа нашего Иисуса Христа в моем состоянии мирянина в течение всей моей жизни. По завершении богослужения глава российской кустодии конвентуальных францисканцев отец Николай Дубинин зачитал декрет об основании общины францисканского ордена мирян при монастыре Святого Франциска в Москве. Это первая официально основанная община. Кроме этого, группа францисканцев-мирян существует еще в 10 городах России, причем даже в тех местах, где нет священников из ордена братьев меньших. Планируется, что следующая встреча Третьего францисканского ордена пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге.